читают все. В сквере у памятника Якову Горелину состоялось открытие уличных стихотворных чтений. Поэтический вечер любители рифма приурочили к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Посейтесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. Чему стадам дары свободные, свободы, их должно резать или стричь. Наследие их из рода в роды, ермо с гремушкой добить. Но не только произведения великого поэта Пушкина читали ивановские стихотворцы. В их репертуаре и творения других классиков. Я скажу, мне надо рая, дайте родину мою. И даже свои собственные сочинения. Мое сердце скулит, как собака. Что прижали в дверном проеме, кто-то скажет, смешная забава, до тех пор, как свое не застонет. Я хотел, чтоб сердечко мое было грозной, могучей овчаркой. Вместо этого щуплый щенок лишь умеет сомнительно гавкать. Мероприятие привлекло внимание многих прохожих. Кто-то останавливался, чтобы послушать других, кто-то, чтобы выступить самому. Чертог сиял, гремели хором певцы по звуке флейт и лир. Царица голосом и взором свой пышный оживляла пир. Сердца не слишком ее престол, но вдруг на чаше золотой она задумалась. И долу поникла дивною главой. Организаторы уверяют, что подобные чтения в сквере будут проходить регулярно. Еще у многих самобытных поэтов будет возможность глаголом жечь сердца людей, как завещал именинник Пушкин. Наталья Романова, РТВ Иваново.